И всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики нашего канала. С вами снова я, Кирюшка, и это продолжение Heavy Rain. Вот он, наш главный герой, 2 года спустя. Это то, на чем закончилась наша прошлая серия. К сожалению, я уже забыл, как зовут нашего главного героя. Но такая вот у меня память, блин, ненавижу американские имена, их так тяжело запоминать. Я надеюсь, это не у меня одного такая проблема. Вот так, диалоги пошли. Очень такие грустные все. Неужели 2 года прошло, они до сих пор не могут забыть? И так, мне в машину надо. Я могу развернуться куда-нибудь? В сторону школы сходить, например. Нет, он оборачивается. Ну ладно, жалко, конечно, я бы сходил в школу, осмотрел. А, стоп, мне надо за руль. Машину. Блин, управление, конечно, реально не очень удобно до сих пор. Насколько не играл, дня 3, наверное, я не играл, и все уже так непривычно стало сразу все. Води. На четверку сразу. Зеркальце поправил. Пристегиваемся. Обязательно каждый должен пристегиваться, чтобы потом не было проблем. Поехали. Так, я понимаю, мы его из школы забрали, нашего малыша. Поскольку он один, значит, со вторым явно что-то не в порядке. Может, он в больнице лежит. Очень хочется в это верить, конечно, но там шансов выжить у него не так уж и много, я думаю, было, когда я на его машинка напрыгнула. Если не смотрели первую серию, кстати, да, у нас сбили ребенка в прошлой серии. Скорее всего. Пока не ясно. Пока ничего не понятно. Там мы забрали нашего малыша. Оставшегося. И что будет дальше, пока неизвестно. Так, черный экран. Вау, какой красивый черный экран, господи. Такой проработанный. Я не могу. Красота. Опять все. Закончилась игра. Это вот, типа, что мы увидели. У нас попугайчик погиб. Погиб ребенок. На этом игра реально заканчивается. Черный экран. Титры сейчас пойдут. С благодарностью Quantic Dreams, самым преданным зрителям, самым преданным игрокам. О. Ой, музычка. Знакомая музычка, кстати, я ее где-то слышал уже. Я даже догадываюсь, где я мог услышать. Если знаете, о чем я, пишите в комментарии. Так, наша квартира. Она так изменилась. Мы же жили в каком-то таком особнячке хорошем. Видимо, все-таки это дача была. Это вот нужна наша настоящая квартира, где мы живем. Ой, опять мультики включили по телевизору. Господи, что там за мультики показывают? В прошлой серии мультики, где людей сжигают, в этой серии мультики, где вешают кого-то. Что это? Шаун? О, можно ходить. О, газетка. О! Расписание, уроки, Грейс. В эти выходные Шон остается у Грейс. Ко мне он приезжает с неохотой и всегда торопится вернуться к маме. А, они в разводе, что ли? И после этого случая развелись, что ли? Что там прочитал? Ну, ничего не понятно. Мастер оригами снова наносит удар. Опознана 7-я жертва. Полиция подтвердила, что убийца совершенно... Блять, я не успел. Я не могу так быстро читать. Можно еще раз? Покажи. Ну, какой-то, в общем, маньяк. Так, это туалет опять, я так понимаю. Да, мы в туалет пойдем. Ну... Это мы уже по традиции, мы каждую серию будем в туалете начинать. Так, в смысле, ты должен традиционно отлить в туалет в начале серии. Ладно, выходим. Он не хочет. Я пытался его заставить. Так, это у нас что? Это у нас подсобка какая-то. Что ты? А, там шмотки. Ты типа заранее закидываешь и сразу не ставишь стирать. О, телевизор смотрим. Что там показывают? Очень интересная передача. Это медведь. Мишечка, Мишка! Че он в галстуке? Или это у него такие эти трусы модные? Можно еще присесть? Зачем? Во двор выйти. Алле. Так, дождик, дождик. Мячик. Опа. О, сейчас будем играть. Баскетбольчик. Где?
А, надо задержать. Ю. А, ой. Капец, все, уж все забыл. Забыл, как играть. Е. У. И... Не попал. Ну ты и бот, давай. Ой, давай еще раз. Е. У. И... Вперед. Да как попасть-то? Я же веду мышку вверх. Е. У. И вверх. Да вообще возможно попасть, я не понимаю. Давай еще раз. А, надо, чтобы она в центре, я так понял, зажимаем. И, бросай. Есть, все, я понял. Я разобрался. Надо, чтобы эта штука была прям над кольцом. Ну давай еще разочек. Чтобы наверняка закрепим результат. И. Бросай! Да в том смысле оно над ним было. Оно было над ним. Я ставлю просто все свое сбережение ставлю. Все свои 100 рублей на карте готов поставить. Ладно. Это все, мы сюда вышли чисто в баскетбол поиграть, я так понимаю, больше тут ничего нету. А плиты какие-то. Ой, там мужик стоит. Помаши ручкой мужику. Мужик! Мужик! Подписывайся на канал! Мужик, подписывайся на канал! И вы подписывайтесь на канал, все, кто смотрит, подписывайтесь на канал. Ты чё, ручки скрестил, братан? Так, мячик опять. Ничего интересного, короче, пойдемте отсюда. Только намокли, покидали мячик. О, вот здесь еще какая-то дверь есть, погнали сюда. О, бананчики, бананчики. Бананчики, фруктики, ягодки. Псы. А ну, они идут? Да, реально идут, время идет, надо быстрее осматриваться тогда, посмотреть все, что можно. 16:30 перекус, 18:00 уроки, ужин, постель. Ой. Какой самостоятельный малый у нас растет. Куда лезешь, сыщик? Уфу, свои чипсы вонючие есть. Нельзя, брось! Брось чипсы! Положи. Господи, мы тут друг в друге входим. Не входи больше в меня, сынок. Мне, конечно, понравилось, но нельзя. Это запрещено. Так, сок или пиво? Давай сок. Чем ваше пиво вонючее? Мы здоровым, на здоровом питании. Эти тут сок полтора года встряхивает. Ой, надо задержать. На. Все, ставь. Ключик? Зачем ты садишься? Нет, ничего, хоть бы разогрелся, покушать. Он что-то взволнованный. Что-то резкий такой. Что случилось? 2 года. Видимо, с женой все-таки у него что-то случилось. Поругались или еще что. А, надо думать еще. Сделал уроки. Время еще есть. Потом займемся уроками. Шон, пора бы взяться за уроки. А, это диалоговое окно, я так понимаю. Лезем. Похоже, ты простыл. Посмотрим, нет ли у меня лекарства. А это я могу сесть, поговорить с ним, наверное. Поговорить. Шон, не хочешь поговорить? О чем бы это? Не знаю, о тебе, о друзьях. Как идут дела? Он похож на доктора из третьего Far Cry. Уроки? Шон, пора бы взяться за уроки. Ну, пап, я хочу еще посмотреть телек. Потом сделаю, ладно? Сколько можно? Сначала уроки. Ладно, давай, посмотри. Ладно, чуть-чуть. Займемся чуть-чуть позже. И все. О, давай поиграем. Не хочешь немножко поиграть со мной? Лучше телек посмотрю. А вот это вот уже не нравится мне. Лучше поиграл может, с отцом. Может, ты хочешь поужинать? Да нет, я пока не голодный. Я пока не голодный. Школа. Как дела в школе? Учитель добрый? Да нормально. Надо есть. Да какой-то он неразговорчивый. Пора бы взяться за уроки. Ну, пап, я хочу еще посмотреть. Опять это... Потом сделаю, ладно? Нет, иди сейчас. Лучше их не откладывать, зато потом будешь полностью свободен. Вот именно. Так, бери свой портфель и занимайся на кухне. Ё, пошел. Чё там в конце? Не мой кино устроил, промолчал. Это что, выключить телек? А, посмотреть. Какое-то аниме. Вырубай. Ой, уже потемнело. Чё-то быстро прям походили буквально, осмотрелись, уже темно. Кресло двинуть.
А, нет, присесть. Царское кресло. Только как-то странно оно стоит, конечно. Никуда. В телек посмотреть даже надо это. О, так отодвигать неудобно. О, второй этаж. Пойдем второй этаж посмотрим. Ты чё? Стоп, 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 стой. Стой. Да куда ты пошел? Назад, назад. Вертай назад. Так, направо. Подожди ты. Свет включить? А вот это что, слева, слева что-то есть. Книжки какие-то. Счета, что ли, не оплатил? Картинки. Personal. Вот письмецо. Зарплата пришла, походу. Сейчас будем отмечать. Я не понимаю. Вернулись из церкви, но детей уже не было. Они искали и звали их, рыдали и молились, но все было тщетно. Их не нашли. Что это значит? Это опять эти свидетели его выходят здесь? Или это вот этот какой-то бумажник, про который в газете писали, какой-то бумажный маньяк? Так, можно на второй этаж? Давай, на второй этаж можно было подняться, я знаю. У нас на втором этаже? Или это чердак? Пап, готово. Можно смотреть телек? Нет, нельзя. Сейчас я смотрюсь. Свой же дом буду осматривать. Он сюда не хочет идти, что ли? Уроки. О! Вот теперь можно и в туалет сходить. Вот. Традиции надо было сразу сходить. Да что-то ты затянул, мальца. Телефон. А, это бритва. Я опять бритву с телефоном путаю. Это же, да? Да, это сам бритва, походу, с первой серии. Опять свет включил. Да выключи ты свет. Можно свет включить, но выключить нельзя, капец. То есть ты поссал в темноте, а потом только свет решил включить. Ну ты, конечно, молодец. Так, это его домик. Что это? Что это? Окно посмотреть. Ничего интересного. Давай. Занавесим шторы. Ну, прикольная штучка, я бы себе тоже такие хотел. Занавески. Или как это называется правильно, жалюзи, наверное. Все складывает, что ли? Пойдем посмотрим, пока он не обиделся на нас. Ручки. Так, куда, малой? Стой, я иду. В ванной наверняка должно быть лекарство. Так, мы были в ванной. А, это мы были в туалете. Так. Шон, давай иди сюда. Иди ты к сыну. А, я типа не успел, да, я так понимаю? Не проверил. Можно я поговорить с ним? Пора ужинать. Надо покормить Шона. Блин, я хочу твои уроки проверить, может. Ну, не хочется со мной разговаривать. Давай. Спать, ужин. Может, ты хочешь поужинать? О, да, страшно хочу. Ладно, есть. Посмотрим, что можно съесть. Ты так сидишь в чипсах. Подолу. То есть ты не поел? Сидишь в чипсах и жмешь. Ну, ты молодец. Ладно, спать ему еще рано. Надо похавать, ему наложить. Он пока будет есть, мы сходим за лекарства, поищем. Так, пицца или дошек, что это? Ну, пиццу. Бы нет. Кто любит пиццу? Закрывай. Так, это, я так понимаю, микроволновочная пицца. Где микроволновка? Чпоньк. Чпоньк. Сколько ты там воткнул-то? Одной кнопкой на минуту? Ты на 10 секунд поставил? Или что так быстро? Не, реально, слишком быстро приготовил. 20 секунд? Серьезно, за 20 секунд разогрелось? Ой, уж так, он это... Лицо скорчил горячее за 20 секунд. Да там даже меньше 20 секунд было, но это какая-то наёбка полная. Но не может же она так быстро разогреться. Пицца прям как GTA San Andreas. Иди есть, Шон. Еда готова. А ты типа не будешь кушать, да, я так понимаю? Это я могу с ним сесть. Прям посмотрим лекарства. Я так понимаю, вот это же ванна? Нет, это туалет просто. Тут нет лекарств. Ну, это просто туалет, тут нет. Тоже свет можно включить. Не надо везде свет включать. Давай с сыном посидим, хоть поговорим. А, подожди, вот тут, вот это, по-моему. Или это не ванна?
прачечная, но не ванна. Подожди. Белье постиралось. Будешь вытаскивать? Или будешь дальше просто смотреть? Ну, зачем? Постиралось, пускай лежит до завтрашнего дня. Давай к сыну подойдем, поговорим хоть. Как сесть-то? Можно же было сесть. О, есть. А, можно посмотреть. Музыка такая заиграла. Будто в чем-то виноват перед ним. У них какая-то недосказанность, я не понимаю. А он встал. Не хочешь поговорить с сыном? Кресло. Понимаю, где ванна у них? Да, где ванна можно спать? На втором этаже, наверное. Ну, больше нет вариантов. Что, дверь открыть? Зачем тебе на улицу? Покурить? Посмотреть на красивые виды? Машинки катаются. Красота. Я на второй этаж. Надо лекарство дать сначала, а потом только спать укладывать. А то как-то глупо получится. Всегда перед сном надо какое-нибудь понижающее выпить там или еще что-нибудь, чтобы пропотеть и кайфовать всю ночь. Да, так и... музыку. А, неплохо. У тебя сын, значит, спать там будет, а вот тут у тебя музыка играет. Спать? Не, какой спать? Мы не будем пока спать. Окошко занавесить. Зачем я смотрю в каждое окно? Там что-то будет? Бу, скример. Не, в шкафу чисто. Бабайки нет. Чисто так проверил бабайку. Закрыл шкаф. Нормально. Ой, выключи музыку, не надо музыку. Не надо мне тут музыку свою. Я что-то сразу не допёр. Ютуб сейчас меня за эту музыку тра-та-та сделает. Так, вот это ванна. Разбегался. А, это работа. До сих пор дизайнером работаешь. Ну давай поработаем, в прошлый раз мы не поработали ни хрена. В этот раз хоть что-нибудь сделаем. Так, телевизор? Чем тебе телевизор? А, это записи какие-то. Откуда у тебя записи? Там же камеры вроде не было никакой. Эй, хватит скакать, а то вы все время не в кадре. А, это какая-то другая запись. Что мне надо? А что, что трясется вниз прям? Не. Че? А, давай посмотрим. Как ты хочешь стать, когда вырастешь? Давай посмотрим. Я не знаю. Может, о, такая тема прикольная. Мама, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Охотник на призраков. О! Самая красивая мама на свете. Эй, Итан, стой! Ну не надо. Не люблю камеру. Ну это так мило. Меня! Вот он, пират наш. Он, походу, футболку никогда не меняет. Капец, такое милое видео. Зачем его выключать надо было? Игра прям трясла этот. Джойстик, не знаю, полоску вниз. Ну, бедолага. Блин, на самом деле тяжело, наверное, такое переживать. Пережить смерть сына, а потом еще. Потерю жены. Он явно, ну, явно не что-то с женой случилось. Просто они не вместе живут. Что-то явно пошло не так. Грустный момент, грустный. Ладно, давай лекарство найдем. Ну-ка. Напоим лекарствами и спать пойдем. Спать пора. Это ванна, что ли? Ну, туалет, ванна здесь тоже или нет? Да, вот ванна, комната. Только что ж было? Руки помыть решил сначала. Зубы почисти еще. Чего уж. И лекарство-то. О, шкафчик. А какое брать, я не знаю. Сам бери. Что это? Это кашля? Закрыть? Ок. Бля, надо сына. Сына надо. Самое главное это здоровье сына. Надо показать пример. Надо показать, как надо быть хорошим отцом. Чтобы жена просто посмотрела и поняла, кого она потеряла, какого самца она потеряла. Я испугался. Куртка висит там.
Страшно. А, лишь, по-моему, какая-то туша свиная висит. Сразу полегчает. Спасибо, пап. Ну все, а теперь спатьки. Идем, Шон. Пора спать. Я не устал. Можно подольше посидеть? Ну, а в школу кто-то пойдет завтра. И завтра ты школу. Сам знаешь, что это неразумно. Завтра в школу. О, тем более. Тебе надо выспаться. Выспаться. Ну, хорошо, ложусь. Ты пойдешь со мной? Чисти зубы, надевай пижаму. Я приду. Ты с отцом спишь? Я думаю, у тебя же своя комната есть. Давай, гаси свет. Мультики посмотри, все, гаси, гаси телек. По телеку, походу, кроме мультиков, больше ничего не показывают. Переключить канал нельзя. Чипсы бы хоть убрал с собой, ну, малыш. Малышок. Маленький спиногрыз. Ну, вот эта куртка висит просто так страшно, я не могу. Реально, как на свиной этих, на свинокомбинатах, когда свиней на крюк подвешивают, то примерно так же они выглядят, так же стрёмно. Так, какая-то такая прям желтый говнинный цвет куртки вот этот. Фу, мерзость. Можно еще сесть. Будешь типа работать? Или будешь просто сидеть? Ну, просто сидит, нормально. Сидели, жопу погрели, пойдемте. Ну, вроде как все осмотрели, что тут еще смотреть-то больше ничего нету. Комнату его, если только. Или нашу комнату. Комнату пойдем. Там вроде можно лечь было. О, он вышел. Да, стой, да подожди. Все. Пойдем, надо спокойной ночи пожелать. А пижаму ты что, переоделся уже? А свет включим. А, это ночники. О. Спокойной ночи. О, там еще что-то было, надо было что-то взять. Спокойной ночи. Мишка, я потерял Мишку, папа. Ты, наверное, забыл его где-то в доме. В машине оставил. Может быть. Не помню. Папа, я всегда с ним сплю. Тебе сколько лет? Окей, ну хорошо, нет. Пойду посмотрю, может он найдется. Идет? Не, ну отказывать. Мишка. Мишка. Миша. Блин, ну тут рисунок какой-то был, я не посмотрел. Ну ладно, давай светом потушим. Мне по логике медведь можно медведя найти. Давайте все комнаты порыщем, чё уж, в ванной. А, Мишка, я помню, я вспомнил, как выйти, я застрял. Все, пойдемте, я вспомнил, где Мишка, это Мишка с модными стрингами, который. Все, надо Мишку с модными стрингами забрать. Блин, почему бегать нельзя? Или по перилле скатиться, было бы весело. Чё, ты молодой, сколько тебе, тридцатник там, я не знаю. Сколько я ему давал там, 24, тридцатник максимум. Еще молодой, горячий, полный сил. Так, где? Вот тут. Вот он, Мишка. А что? А, нормально, мне показалось, что он куда-то облезлый. Погоди, а где? У него же модные трусы были. Свет включил. Да ладно, пускай счетчик наматывается. Мы ж богатые миллионеры, нам можно. Он, походу, заснул. Не успеем мы Мишку донести. Он так зевает, так тянется, как будто не знаешь, что с ним там делают. Убивают. Так, ты спишь? Малой, спиногрыз. Уф, уснул. Мне Мишка никакой не нужен. Мишку подкинем ему. А, ты его прикрыть. А Мишку? Ты бы его еще дальше подкинул этого медведя, чтобы мог вообще не приносить, в принципе, там и оставить. Целуй перед сном. Ой, я сломал всю романтику. Мог. Мишку ты, может, положишь ему там, рядом с ним. Ну, а шторки ему занавесим тоже. А, я ему занавесил шторки. Рисунок мы не посмотрим. Все. Все. Ой. Надо тихо было. Я громко закрыл. Ой, что с тобой? Приступы? Это потому что я дверь громко закрыл, да? Все, меня теперь убьют. Что с ним происходит? Дружище, это что? Ты как здесь оказался? Капец, это часто за приступы, что ты так из дома сбежал и даже не помнишь этого. Поезд какой-то едет. Капец, что происходит вообще? Ну не хрехти ты. Ключи? А, да не ключи.
Что? Собачка? А, это собачка из бумаги, походу, какая-то оригами. Я могу ходить? Это игра? А, нет, это катсцена еще. Куда ты идешь? Капец, он успел оригами сделать, выйти из дома и уйти куда-то, убежать. А тебе это ребенок ничего? Кеннеди Коннет Норрис. Минутка английского языка с Кирюшей. Кирюшей. О! Интерактивная драма. Чивка вылезла. Чё ты смотришь на меня, зеленоглазый? Че сейчас за глаза показали? Вторник, время 06, количество осадков 7 мм. О, это мы приехали. Чё, мы теперь за другого героя играем? Мотель. Мы в мотель в какой-то приехали. Это ж мы, это ж наш новый герой, я так понимаю. А чё такое? Чё это за мужик? Какой-то такой амбал, такой, такой серьезный. Сразу видно, серьезный мужчина. В галстуке. При галстуке с портфеля. Не, портфеля нет. О, можно... Лестница, администратор, зацепка. Человек за стойкой наверняка сможет помочь. Лестница. Пожалуй, лучше по лестнице. Цепка. Сколько цепка? Можно искать? Может, хоть на этот раз удастся что-то прояснить. Так, это, походу, частный детектив какой-то. Лорен Уинтон. Знаете ее? Кто это? Это едва ли. А, Лорен Уинтер. Третий этаж, последняя дверь по левой стороне. Вот так бы сразу. А что ты ему просто значок не показал? Там я там офицер, я там детектив какой-нибудь. И сразу это, или ствол сразу ему показал в окошечко. Даже самому не дали подняться, все за нас сделают. Ага. Можно в каждую дверь, что ли, постучаться? Зачем? Так чисто по приколу найти. Ну ладно, давай, не будем стучаться. Слева, по-моему, крайняя дверь. Да-да. Лорен Уинтер. Без договоренности не принимаю. Это кто такая? Стойте! Опа, на реакцию. $50. Только без поцелуев и извращений. У-у-у. Заметано. Это что сейчас? 18+ пошел. Это, конечно, не голая жопа мужская, но все равно не при... мы такое не потерпим. Кладите деньги на стол. У вас ровно 10 минут. Звенит будильник, время вышло. Ясно? О чем? Нет, я думаю, это детектив какой-то. Это просто какой-то этот. Сейчас он это опрашивать будет. Деньгами швыряется во всех. Че, у тебя какой-то этот комплекс какой-то? Вы бы раздевались, ваше время идет. Вообще-то я не клиент. О, уже рады. Черт, да вы коп. Ну надо же, что хотите? Тест-драйв на халяву? Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Шелби! А где козырек? Жертв мастера оригами наняли меня для расследования. Я лишь задам вам несколько вопросов о сыне. За мастер оригами. Я уже все рассказала полиции, добавить нечего. Проваливайте. Убедить, понять. Давай убедим. Этот убийца все еще на свободе, и наверняка будут еще жертвы. Моего Джонни нет, какая хрен разница? Это жена его, что ли? Я просто не помню, как она. Понять. Я понимаю. Это не... это... Или нет? Прекрасно. Я просто не помню лица, прям, дословно. Вы знаете, каково это найти своего сына мертвым на пустыре? А, нет, это уволите, другая. Я не верю, что вы способны меня понять, мистер Шелби. Мистер Шелби. Растрогать, давай, растрогаем. Если не поймать убийцу, многие женщины найдут мертвых сыновей на пустырях. Но вы правы. Какое вам дело? Да, это давай. Все равно. Дави на жалость. Туда уходит. Прям как в кино. Ты сын, походу. И встал. Что вы хотите знать? Ну что сразу не могла сказать-то? Че ломаться-то?
Джонни, исчезновение, дом Джонни, подозреваемый. Да, подозреваемый. Вы подозревали кого-то, кто мог сделать это? Здесь бывает много подойти. Сомнительных типов, сами понимаете. Я могу ходить. Конечно, я об этом думала. Но это же так нелогично. Зачем кому-то из моих клиентов делать такое с моим Джонни и другими детьми? Да, прям кто-то из твоих клиентов пошел и начал резать кого-то. А, про Джонни. Расскажите о Джонни. Каким он был? Я пока смотрю вашу квартиру. Только часто лез в драку, когда обо мне... Вы поняли? О, хороший сын. Мало, что происходит. Ну, в принципе, ничего нет. А, вот тут можно встать. О. Хотите? Нет, я бросил. Вот и правильно. Молодец. Надо курить. Давай присядем. Хоть курить. Не твой дом. В частном отеле. Чтоб... Это он? А, фотку посмотреть можно. Да. Ты просто это загородил своей жопой, не видно ничего. А вон там фотка, да. Ее показывали. Я храню этот снимок, чтобы не забыть, что была счастлива. А у тебя типа одна фотка сына всего лишь была? Вообще ничего не осталось от него? Может, вопросы какие-нибудь еще и позадаем? Ну чё ты? Два вопроса, больше не... Больше ничего не спросим. Чё? Если вспомните что-то, любую малость, позвони. Чё-то я дальше-то не допросил, там же столько вариантов было. А, ну, наверное, фотку надо было в последний момент трогать. Видимо, она из-за этого. Ну, ладно, потратили деньги. Ничего не узнали. Нормально. Можно еще? Ты чё? Чё с тобой? Надышался этих сигарет. Чё ты себя щупаешь? А, может, диабетик какой? А. Давай. А, он не диабетик, он этот. Как его? Лорен. Астматик. Лорен, открой, киса. Это я. Рой, зачем ты пришел? Я же тебе сказала, не смей являться сюда. Ну, киска, я же так соскучился. Так, я так понял, что-то намечается. Ну открывай. Чё тебе надо, урод? А тебе чё надо? Всё в порядке? У. А всё путём. Проваливай, козёл. Открывай. Снова ты? Хоть... На. Сам, блять. Да. Так, кнопки пошли. Неожиданно. Давай. Не люблю вот эти слева направо водить. Неудобно. А! С! Давай! Бей его! Бокс пошел! На! Туда! Ты плохо по кнопкам жмешь, я лучше тебя жму по кнопкам. И это на максимальной сложности. Ну! Есть! В! Вверх! На нахуй! Давай! И розочку об голову ему разбей! С! Куда С? Какой? W! Вниз! Давай, на! Рестлинг! Все виды единоборств применяй! Не зря в Академии полицейского учился! Д! Д! Вверх! Жми! Давай! В! Нет! Куда? Я не вижу! Вроде попал! Вниз! Е! Вниз! Да давай! С души его уже, наконец, ну сколько можно! Д! В! Вниз! Капец, тут кнопок, сколько можно!
Сигур так спокойно был, а тут понеслась какая-то заварушка. Еще увидимся, урод. Иди отсюда, не приходи сюда больше. Черт поганый. Вы в порядке? Да, великолепно. Жить буду, наверное. Кто это? Ну, потрепало чуть-чуть. Дурак чертов. Совсем оборзел, я ей сказала, чтобы не приходил. Берегите себя. Он ведь может вернуться. Зачем ты вообще ему дверь открыла? Мистер Шелби? Да. Спасибо. Пожалуйста. Обращайтесь. Ну, бедолага. Знатно нас отделали, конечно. В следующий раз надо на кнопки получше попадать. Ну, Шелби. Ну, все, Шелби виноват. Ну, кто же еще? Не я же. Я хорошо, я прекрасно жму. Нажмите, удерживайте одновременно, пока их не пропадет. А, понял. Это напоминание. А, да, так и написано напоминание. Я молодец, конечно. Ну, чё? С, В. Это загрузка, типа, пошла сейчас? Лицо кого-то показывает. Кто это вообще такое? Я первый раз это физиономию вижу. Это все типа, да? Напоминание. Прикольно. Давайте посмотрим на это лицо. О, что-то пошло. Вторник, время 8.05. Количество осадков 17 мм. Погоди, это что, может, отец с ума сошел? Ну, видели, у него же в руке этот был собачка из бумаги, сделанная оригами вот это как раз. Может, это он убийца? Так, это получается, мы на вызов едем? Я как Томас Шелби. Это вот он, Томас Шелби, на самом деле. Руки трясут. Подожди. А, нет, это отец, походу. Что это у него синяя капсула? Кто это? Куда ты ее спрятал? В ногу? Он в ногу капсулу спрятал. Кто это? А, это какой-то коп, походу, еще один. Ну а что будет дальше, мы узнаем в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свой царский комментарий, врубайте колокольчик, делитесь этим видео с друзьями, если оно вам понравилось. Ну и всем пока-пока.